миске миксера взбиваем до бела. Сливочное масло 60 грамм и 150 грамм сахара. Не прекращая взбивать, вводим 2 яйца и 100 мл молока. В отдельной миске смешиваем 250 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя теста. Постепенно засыпаем яичную смесь. Тесто размешиваем до однородности и в готовое получившееся тесто добавляем 1 чайную ложку ванильной эссенции. Затем по желанию можно добавить 50 грамм клубничного пюре и 50 грамм клубники нарезанной кусочками. Тесто выливаем в бумажные формочки, не доходя до краев 1-2 см, и выпекаем при 180 градусах 19-25 минут в зависимости от мощности вашей духовки. Готовые маффины должны остыть, извлекаем из формочек, срезаем верхний бугорок до ровной поверхности и обмазываем каждый маффин сливочным маслом. Оборачиваем полоской белой мастики так, чтобы получились гладкие белые стенки чашки. Стыки смазываем водичкой и скрепляем. На месте стыка делаем ручку от чаши. Готовим соус. Смешиваем 40 грамм молочного шоколада и 40 мл сливок 33-35%, доведенных до кипения. Размешиваем до однородности и выливаем соус на чашки с маффином. Также можно сделать дырки в оставшихся маффинах и вылить туда подготовленный шоколадный соус.